Что есть вкуснее, чем величайший майонез? Это очень просто. Величайший майонез с оливковым маслом. Смотрите это видео. Дамы и господа, величайшие новости. С 31 октября начинается во все магазины сельпо страны величайшая продажа посуду для запекания от Marco Cervetti. То есть, это пока от Marco Cervetti, скоро будет ваше. Забирайте вот эти талончики, фишечки, булончики, и получайте за громадную скидку величайшую посуду для запекания от меня. Правда, 18 гривен. Ничего себе, я сам куплю все. Ребята, успейте. Я вам этого не говорю. Многие думают, оливковое масло тяжело. Наоборот, потому что если оливковое масло величайшее, майонез с оливковым маслом, тогда у вас будет вообще самый-самый-самый вкусный. Главное, использовать правильное масло. Мы сегодня будем использовать экстра virgin олива франчи. И вот это очень маленькая штучка. Есть разные способы, чтобы делать майонез, но есть один, который прямо за 30 секунд получается мощнейший майонез. Яйца. 2, 4. Лимон, сивупле. Нажимаем. Соль. Лимон. Без семечки. И оливковое масло. И вуаля. Оливковое масло съем. Теперь делаем величайший майонез. И вуаля. Наше величайшее майонез с оливковым маслом готово. Как видите, очень быстро, очень вкусно, с какой-то вареной рыбой, какие-то морепродукты, креветочки. Либо так, пальцем. И, кстати говоря, на оливковое масло это еще и диетическое. Так что ешьте от души.